Что употребляли? Пиво. Много пива? Много. Сколько бутылок? Бутылок 5-6. А почему вы сели за руль в таком состоянии? Ну, в таком состоянии. И куда поехали? Город Иркутск. Откуда Марков. Двигаетесь? Марково поехал. А вы часто управляете в нетрезвом состоянии? Да, часто. Привлекались к административной ответственности? Да. Сколько раз? Один раз. Когда последний раз привлекались? 4-го освободился. 4 сентября? Да. Вы отбывали административное наказание? Да, административное наказание. Сколько суток? 10. Почему сели за руль в нетрезвом состоянии? Уехал домой. Вы понимали, что создаете опасную ситуацию на дороге? Нет, не создал опасную ситуацию. Знаем, водители советуют, не нарушать, честное слово. Зависит много людей, жизни других людей. Вы нарушили, другие пострадали. Вы не употребляете за рулем? Не, ну что, я вообще не употребляю. Отлично. Счастливого пути. До свидания. А вы знаете, чем может закончиться управление в пьяном виде? Ну, не знаю. Не знаете? Я бог его знает. Автомобиль вам принадлежит? Да. Вы один в автомобиле? Нет. С вами кто еще? Пассажиры? Вдвоем с тёщей.